Они открыли слишком много магазинов и нарушили закон. Необычное дело рассматривает Междуреченский суд в Кемеровской области. Там региональное управление Федеральной антимонопольной службы ведет тяжбу с известной в Кузбассе сетью «Мария Ра». Ритейлера обвиняют в том, что он открыл слишком много магазинов, превысив так называемый стоп-порог объема торговых площадей в городе. По закону это 25% рынка. Мы обратили внимание на то, что в 2014 году у сети «Мария Ра» уже было 25%, и они начали заключать договоры аренды недвижимости для того, чтобы свои площади расширять. Мы подали 3 инициативных иска, и вот по первому из них уже принято решение судом. Суд поддержал нашу правовую позицию. Договором по Междуреченску суд признал недействительными. Сейчас еще два дела ожидают своего вердикта. Представители «Мария Ра» от комментариев отказались без объяснения причин.